Учение Будды простыми словами. Десять вопросов для самопознания. Верите ли вы в существование небесных миров, в которых существа пребывают в счастье? Мир и девов и брах. Верите ли вы в существование людей? Мир, в котором существа испытывают как болезненные так и приятные ощущения. Верите ли вы в существование животных? Верите ли вы в существование ада, низших миров, в которых существа испытывают исключительно нежеланные, неприятные, болезненные ощущения? Верите ли вы в то, что существа после распада тела, после смерти, перерождаются в одном из миров, в страдательном или счастливом уделе, в зависимости от своего поведения телом, речью и умом. Верите ли вы в то, что перерождаясь вновь и вновь на протяжении долгого времени, каждый из нас уже побывал в аду, в мире животных, в человеческом мире, в небесном мире? Верите ли вы в то, что перерождаясь вновь и вновь на протяжении долгого времени, каждый из нас попадет в ад. Верите ли вы в то, что можно избежать рождения в аду в будущем, если понять четыре истины Будды и тем самым стать вступившим в поток, ведущим к небане на протяжении семи жизней максимум? Верите ли вы в то, что рождение человеком – это редкая удача, и что гораздо большее количество существ рождается в мире животных. Верите ли вы в то, что это крайне редкая удача родиться человеком в эпоху наличия в мире учения Будды? Санюта Никая 15.3. Слезы. В Савадхи. Благословенный сказал, «С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Как вы думаете, монахи, чего больше? Слез, что вы пролили за время перерождений и странствий в сансаре в течение этого долгого Долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, или воды в четырех великих океанах. Как мы понимаем тхамму, изложенную нам благословенным, вот чего больше: слез, которых мы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Великолепно, монахи! Превосходно! Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, изложенную мною. Вот чего больше. Слез, которых вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени — стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, вы переживали смерть матери. Слез, что вы пролили по смерти матери, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, переживая смерть отца, смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями, слез, что вы пролили от потерь, связанных с болезнями, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого-долгого времени, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Почему так? С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются, и продолжают блуждать в сансаре. Долго вы испытывали муки, испытывали боль, испытывали потерю, наполняя кладбище. Слишком долго для того, чтобы разочароваться во всех сконструированных вещах. Достаточно долго для того, чтобы стать беспристрастными. Достаточно долго, чтобы освободиться. Санюта Никая, 35, 23. Сабба сутта. Все. Монахи, я объясню вам, что такое «все». Слушайте внимательно, я буду говорить. Как скажете, учитель, — ответили монахи. Благословенный сказал. Что такое «все»? всего лишь глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и телесные ощущения, ум и объекты ума. Это, монахи, называется все. И если кто-либо скажет, помимо этого всего я опишу иное, то он не сможет объяснить, на основании чего он делает такое утверждение? И будет опечален этим. Почему? Потому что это вне его возможностей. Чигала Сутта. Отверстие. Санюта Никая. 56.48. Монахи. Представьте, если бы вся эта великая земля была бы полностью покрыта водой, и кто-нибудь бросил бы туда ермо с единственным отверстием в нем. И восточный ветер нес бы ермо на запад, западный ветер нес бы ермо на восток, северный ветер на юг, а южный на север. И представьте, там была бы слепая морская черепаха. Она бы всплывала на поверхность один раз в сто лет. И как вы думаете, могла бы эта черепаха, всплывающая на поверхность, раз в сто лет просунуть голову в это ярмо с единственным отверстием в нем? Это было бы случайным совпадением учитель. Чтобы эта слепая черепаха, всплывающая на поверхность раз в сто лет, смогла бы просунуть голову в это ярмо с единственным отверстием в нем? Точно так же это случайнейшее совпадение что кто-либо рождается человеком. Точно так же. Это случайнейшее совпадение, что Тадхагата, достойный и правильно самопробужденный, появляется в мире. Сейчас человеческое рождение обретено. Тадхагата, достойный и правильно самопробужденный, появился в мире. Учение и дисциплина, что изложено Тадхагата, возникли в мире. Поэтому ваша задача. Это рассмотрение. Это страдание. Это причина страдания. Это прекращение страдания. Ваша задача. Это рассмотрение. Таков путь практики к прекращению страдания.